Наше дело перенаправляли уже 4 коллекторским фирмам, теперь уже в 5-е направили. Как это все прекратить? Необходимо обратиться в наш отдел, в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. Это один из 40 вопросов, которые поступили на горячую линию. Одна из обратившихся жаловалась на то, что коллектор слишком настойчив, неделю звонит по 15-20 раз. Судебные приставы посоветовали в этой ситуации фиксировать каждый звонок и время, а затем обращаться к ним с жалобой. Таких обращений только за этот год в ведомство поступило почти 400. По результатам рассмотрения этих обращений в 14% случаев обращения были признаны обоснованными. По всем вынесенным управлениям протоколам судами вынесены положительные решения. Соответствующие лица привлечены к административной ответственности на общую сумму 675 тысяч рублей. Все ответы участники акции обещали опубликовать на официальных сайтах Минтруда и Ассоциации по защите прав заемщиков.